Я не понял, ты далеко собираешься? Если нету дома ласки, нету секса и любви, собирайтесь на работу. Там хоть выебут мозги. Иди сюда, я тебя поцелую. Ты сногсшибательная, я не верю сам, что ты моя. Опа, стая ямба. Это ты куда у меня собралась? Я с девочками в кафе собралась. Вот в таком виде ты у меня как российский автопром выглядишь. Это еще почему? Так с виду вроде ты более-менее. Но вот надежности в тебе нет. И с каждым годом все затратнее и затратнее с тобой. You're mine, and we belong together. My needs are simple. All I want is someone to squeeze my butt and tell me I'm pretty. Я не стараюсь на 100%, я не учу движения на 100%. Мне главное выучить и не сбиться. Вот о чем я думаю, когда я записываю тикток, связанный с каким-то танцем. Я думаю, блядь, лишь бы не сбиться, я уже так заебалась. Ну, просто это не мое, снимать тиктоки, там, танцевать. Танцевать это тоже не мое. А знаете, как перед парнем бы я пластичность свою показывала? А в тиктоке нет. Так и нет смысла оставаться. Сучки, тебе интересно? Да, девушки, сучки. Но сложно найти такую девушку, которая бы меня зацепила, честно вам скажу. Одна девочка меня зацепила. Да, но что-то пошло не так. Такое редко бывает, когда мне интересна девушка. Как подружка, понятное дело. Я гетеро. Я думала, лучше посмотреть. А дайте я, пожалуйста, нагрею гречку себе. Да, 100%.